Всем привет! Вы на канале Фруктовый Мастер. Я сегодня вам покажу, как с помощью обычного арбуза можно удивить людей. Приходят к вам гости, вы подносите им вот такой арбуз и... Опа! Смотрите. Круто, да? Сейчас еще один трюк покажу с ним. Его можно гостям показать вот так, как вы его открываете. Опа, вуаля. А сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Наш арбуз почти готов. Сейчас нужно ему придать более круглую форму. Берем его и обтачиваем тоже по бокам. Убираем все белое, оставляем только нашу красивую мякоть. Вот у нас получилось, так сказать, такое яйцо, но оно еще не совсем готово. У нас много осталось граней, им нужно придать более круглую форму. Для этого я возьму вот такую обычную губку, я ее намочил и буду затирать наши неровности. Вот мы, как говорил, взяли губку, наш арбуз стал более гладкий, ну и более, соответственно, скользкий. Так что, когда будете делать, смотрите, чтобы он у вас никуда не выскользнул. Первая часть закончена, сейчас будем ко второй части переходить. Сейчас с вами берем второй арбуз и режем его пополам. Значит, разрезаем. Так. И теперь нам надо его полностью вычистить. Для этого я вот так провожу по арбузу по кругу. Все. Ну и теперь, в принципе, можно просто взять ложку, вычистить. Ну, либо вот так можно чуть-чуть помочь ножом надрезать. Так, вычистили нашу половинку арбуза, можно чуть больше снять, я решил снять вот столько. Сейчас с вами почистим еще вторую половинку нашу. Точно так же ножом проводим по кругу. И опа, сняли. Все, остальное ложкой.
отрезали вторую половинку арбуза. Сейчас будем примерять к нашей мякоти. Вот мы с вами почистили целый арбуз. У нас с вами получилось две вот такие половинки кожуры. Лучше на самом деле снимать полностью всю мякоть, тогда будет меньше жидкости образовываться. Выбираем сначала ту часть арбуза, которая лучше стоит на столе, более уверенно. И туда будем ставить нашу мякоть. Берем и примеряем ее. Смотрите, мне кажется, идеально вошла, как родная. И теперь сверху накрываем второй нашей частью кожуры. Вот, смотрите, что у нас получается. Видите, не закрывается. Значит, нам нужно еще немножко обточить наш арбуз, чтобы он закрывался. Сейчас это сделаем. Закруглили наше яйцо. Если оно у вас не поместилось, то тогда вы можете взять кожуру и с помощью ложки снять всю лишнюю мякоть. Плюс, если оно и так у вас не помещается, то тогда нужно взять мякоть и подрезать. Но когда вы подрезали, не забудьте, что надо губкой пройти, чтобы оно более было округлое. Все, теперь берем нашу красивую мякоть, берем нашу нижнюю часть и аккуратненько туда ставим. Теперь нужно поставить ровно. Все, вот ровно у нас мякоть стоит. И берем верхнюю часть. Смотрите, сейчас закроется, не закроется. Так, опа, смотрите. Правильно поставил. Все, арбуз закрылся. Опа. В этом видеоуроке мы с вами научились из двух арбузов делать один классный арбуз, уже почищенный. Пробуйте, удивляйте своих друзей. Смотрите наши следующие передачи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!